Каждое утро Анастасия Качурина разносит корреспонденцию по адресам. Несмотря на непогоду и тяжелую сумку, а вес достигает порой 10 килограммов и больше, почтальон не жалуется. Говорит, привыкла. Когда приходится доставлять посылки и газеты, берет тележку, а еще носит с собой большую связку ключей. Ведь теперь в подъезды так просто не попадешь. Бывают какие-нибудь письма такие, знаете, важные там. Или президенту, от президента, допустим, знаете, на 9 мая обычно присылают пенсионерам письма от президента. Ну, я иду так гордо, вручаю. Мне, конечно, улыбаются там пенсионеры. Испытываю от этого большое удовольствие. Она обходит каждый день порядка 25 домов, наматывая около 10 километров. И очень радуется, когда ее благодарят, что бывает нечасто. Ведь ее работа в утренние часы, когда основной массы людей нет дома. Таких, как Анастасия, в этом почтовом отделении всего трое. Его открыли в торговом центре «Мега» год назад. За это время отправили и приняли здесь свыше 70 тысяч посылок. И пусть сегодня письма стали писать гораздо реже, у почтальонов работы всегда хватает. Сейчас в современном мире письма отошли, так сказать, на задний план. В основном люди обмениваются мессенджерами. Все. Но письма все равно пишут, и за границу пишут, отправляют, и по России пишут друг другу письма. В основном все это посылки там ходят. В Химках расположено 18 почтовых отделений. И несмотря на появление современных технологий, почтовая связь не потеряла свою актуальность. И даже сейчас, когда сообщение можно отправить с любого гаджета, получить открытку или письмо – знак особого внимания. Сервер Бекмамбетова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.